Приветствую всех на своем канале. Мы продолжаем собирать российские палубные истребители Су-33 от производителя китайской фирмы Minibase. Это премьерная модель этого производителя. И в масштабе она 1 к 48. В предыдущей серии мы уже прокрасили детали кокпита, детали верхней части фюзеляжа. И в этой серии мы будем собирать все это вместе, нижнюю, стыковать верхнюю часть с нижней частью и доприклеиваем детали, относящиеся к кабине пилота, и дополним ее еще различными другими деталями, крыльями там, и будем двигаться дальше. Вот такой вот план пока что, и всем приятного просмотра, и мы начинаем.
Очередной этап по сборке самолета Су-33 позади, завершен. И мы давайте посмотрим, что мы сделали на этом этапе. Итак, мы вклеили кокпит на свое место, уже верхнюю часть фюзеляжа, установили переднюю, ну, носовую часть фонаря на свое место, добавили вот эту вот деталь, приклеили нос, обтекатель к фюзеляжу, склеили обе половинки фюзеляжа вместе, верхнюю с нижней, установили, собрали стабилизаторы в задней части самолета. Вот, стыковалось все вроде бы неплохо, приклеил я еще тут вот эти вот закрылки, предкрылки, элероны на самолет. Вот, ну, все стыковалось вроде бы неплохо, единственное, нужно было кое-где прижать, придавить, так вот. Ну и немножко использовал шпаклевку по вот здесь вот носовой части, потому что тут у меня получилась небольшая щель. Ну, я ее вроде бы благополучно избавился от нее, шпаклевал, зашлифовал. Вот так вот у меня все выглядит. По фюзеляжу вот он большой такой уже получился, в кадр не влазит самолет, поэтому показываю так вот фрагментарно его. Здесь еще были у меня такие вот маленькие крылышки по бокам, но они были на пластмассовых шпеньках таких, штифтах, и я их благополучно отломал, поэтому засверлил там эти крылышки, вставил в них проволоку, и потом в конце мы приклеим их на свое место уже окрашенными, чтобы их 100 раз не ломать, чтобы они нам не мешались. Также не приклеиваю кили, 2 киля, потому что они тоже будут нам мешаться в покраске. Будем их окрашивать отдельно, уже готовые, потом приклеим на свои места. Что касается самолета, дальше переходим к соплам. Сопла тоже мы собрали в этой серии. Собиралось все штатно, по инструкции. Ну, внутри вы видите, там добавлены небольшие фототравленные детали. Вот по всему периметру 24 штуки там маленьких отравленных деталей, которые шли с набором от Minibase. Также в отравленные детали добавили еще и к вот этому. Тоже детали со сопла. Все это будет окрашиваться, ну, по отдельности, потом уже окрашены. Детали мы вот так вот соберем, все вот так состыкуется. И мы уже потом окрашенные смонтируем на самолете. А пока не будем их красить, то что, ну, чтобы аэрографам было, можно было удобно прокрасить все изнутри. Если мы отсюда не достанем, мы можем развернуть и прокрасить с этой стороны. А если оно все будет заедино, собрано, мы вряд ли там прокрасим как надо изнутри. Поэтому вот такая вот. Дальше мы собрали лестничку еще вот на самолет, которая потом будет приставляться к нему. Также шла она в наборе вместе с самолетом. Вот такая вот лестница, чудесница. Ну и собрали мы еще пилоны вооружения в этой же серии. Потому что нужно будет их потом красить по отдельности, не приклеивая их на крылья. Потому что красятся они в разные цвета, отличные от нижнего цвета крыльев. Пилоны тут, они не все одинаковые, они тут разномастные, поэтому я тут их подписал, чтобы не перепутать, что куда идет. И в инструкции там тоже по пилонам проблемы, опять же, начинаются неправильные номера деталей
начинаешь собирать по инструкции, смотришь, там одни детали. А когда начинаешь штриховать, смотришь, там совсем они все получается же наоборот. То, что справа, нужно использовать налево и так далее. К инструкции большие проблемы. Не знаю, кто это, почему так торопились, видимо, к выходу, что ли, что в инструкции проблемы у китайцев огромные просто. Постоянно тут и там смотришь неправильные детали, неправильный номер, или вообще нет номера, или даже нету, например, по сборке, здесь еще стоят маленькие такие вот стабилизаторы вертикальные, и по инструкции их вообще нету тут, и нигде не указано, что мы их ставим. Просто я смотрю, что у меня остались лишние детали на литниках, и поэтому их нужно будет сюда потом вклеить позже. Тоже будем окрашивать их отдельно. В инструкции ни слова о них нету. Просто как будто их, эти детали их не существует. Половина деталей пропущена в инструкции, или без номеров, или вообще их отсутствует. Вот такие проблемы с инструкцией. Ну, все сказал, все показал, и до встречи в следующей серии. Всем пока!